Другим темам. Сегодня российские полицейские отмечают свой профессиональный праздник. Стражи порядка в этот день не только поздравляют друг друга, но и подводят итоги. Так, например, в Новосибирске уменьшилось количество преступлений, совершенных подростками. В регионе отмечают и снижение общей криминальной напряженности. За 4 года нарушать закон стали меньше на 10%. Самыми опасными районами в Новосибирске считаются Ленинский и Октябрьский. Безопаснее всего жить в Железнодорожном и Первомайском районах города. А самыми распространенными преступлениями по-прежнему остаются кражи. И сегодня губернатор Владимир Городецкий вместе с начальником управления внутренних дел Юрием Стерликовым возложили цветы к монументу памяти сотрудников МВД, погибших во время исполнения служебного долга.